попал ты как? Русский народный блюз. Сегодня же этническое. Зимовье зверей. Когда-то я здорово пел очень русский народный блюз. Теперь у меня молодая жена, она сказала, музыка тебе не нужна. А ведь я здорово пел русский народный блюз. Она, конечно, стерва, мама, в смысле жена, но я на нее молюсь. Я опять работаю сторожем, но теперь не пою на басту. Я снова работаю сторожем, мама, но теперь не пою на посту. Жена сказала, твой пост теперь здесь, помой посуду, приготовь поесть. Выходит, я и там, и здесь на посту. Но я не возражаю ей, мама, наверное, духовно расту. Забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Ты знаешь, я великий, мама, но только великий не мой. О, вот так. Фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Сама фирма «Мелодия» выпустила мой золотой компакт-диск. Жена пустила его в оборот, она все золото вставила в рот. Весь мой золотой компакт-диск она бы не справилась, мама, но ей помог один мой знакомый дантист. Предатель, сволочь! На моей малой родине мне хотели поставить бронзовый бюст. На моей исторической родине, мама, настоящий бронзовый бюст. Это фигня по сравнению с тем, жена сказала, ты не икона. Хватит потом с тебя бюста из силикона. А мне хотели поставить бронзовый бюст. Теперь, когда я обнимаю его, ее мама, я задыхаюсь от смешанных чувств. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Да, я великий, мама, ты знаешь, но почему я великий не мой? Смотрит все сериалы, не пропускает ни одного телешоу. Она смотрит буквально все сериалы, мама, не пропускает ни одного телешоу. Тогда я выхожу из дома, мама, и веду себя нехорошо. Оставила мне ключи. Как ты делаешь? Сама уехала в другой город, зачем-то оставила мне ключи. Я пригласил двух девчонок, я купил вина, я включил телевизор, а там жена. Надо было оставлять мне ключи. Тогда я выключил звук, мама. Я сказал жене, не звучи. Посуду домой. У меня нет теплого пальто, мама. Что я буду делать зимой? Сказала, эту песню ты спер у БГ. Она так и сказала, эту классную песню ты нагнал, спер у БГ. Она же тупица непроходимая, она не слышала Боба Диона.
эту песню спел ПГ. Да пока я писал, бэйби, я сбросил 12 кг. Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Да я великий, мама, ты знаешь, но почему я великий не мой? Забери меня, мама, забери меня, мама, домой. Забери меня, мама, эту посуду домой. Ты лучше всех, бэйби, мама. Я хочу быть с тобой. А что будет дальше?